Актриса Раиса Рязанова стала гостем памятного выпуска передачи «Судьба человека» в честь своего сына Данилы Перова. Единственный сын Раисы Рязановой Данила Перов был актером, знакомым российскому зрителю по таким картинам, как «Леди Босс» и «Всегда говори всегда». Однако дебют Перова в большом кино состоялось, когда ему еще не было и года. Вместе со своей знаменитой матерью он появлялся в фильме «День и жизнь». Примечательно, что после тяжелого расставания с отцом Данилы, именно сын стал главным мужчиной в семье Раисы. 22 января Данила Перов скончался в своей квартире. Печальную новость сообщили его коллеги по театру «Содружество актеров Таганки», в котором артист проработал 25 лет. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом, написали тогда товарищи Данилы на официальном сайте театра. Позднее стало известно, что причиной преждевременной кончины Перова стал тромб. До сегодняшнего дня близкие артисты скрывали подробности его смерти. 75-летняя Раиса Рязанова почти 3 месяца ни с кем не выходила на связь и отказывалась от участия в телевизионных шоу. Исключение она сделала для передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.